Граждане, послушайте меня, хочет сказать Виктор Гагин, и мы открываем уши. Добрый день, дорогие, уважаемые друзья. Я должен сказать для тех, кто, может быть, не знает. У меня идиотская совершенно такая идея фикс. Петь песни всех подряд авторов, которых я люблю и даже кого-то знаю. И получилось так, что сначала это была все авторы на букву А. Там Анчаров и другие. Потом на Б, там, Бачурин и другие. И вот я приехал к вам с буквой В. Но она уже как-то, буква В, уже, видите, какой-то подзаволок появился. Граждане, послушайте меня. Ну, это старческое, наверное. И вот у меня состоялся разговор с Катериной Александровной. Она говорит, доживу ли я до буквы Ш? И что-то мне показалось, в конце концов, мы же хозяева жизни. То есть следующая буква, я сразу говорю, будет у меня Ш сразу. Вот. То есть, заказывайте буквы. А вы еще не с буквы Щ. Щ. Ну, если вы меня поцелуете, то я подумаю. Да. Но зачин и концовка у меня безбуквенные. Они у меня срежиссированы. Вот зачин у меня написал Григорий Пирзнер под тяжелейшим. Он случайно занесла его нелегкое в Штутгарт. И я, как это у нас русских водится, значит, всю ночь поил его и изливал ему свою душу, грузил его. Где-то в часа три ночи он сломал, сказал, Витя, я все понял, ложись спать, к утру песня будет. Вот так он меня... Ну, я назвал ее «Исповедь музыканта-неудачника». Я ее немножко покоцал, замесил там немножко ее. В общем, если вы хотите подлинный вариант, то, что Григорий Александрович написал, вот сборник лежит, новый. Гриша позволил себе даже включить это туда, в свой сборник поэтический. А у меня это немножко другое получилось. «Исповедь музыканта-неудачника». Я географию знаю не понаслышке, то замираю, то прыгаю резко в бок. Я докатился, мне это даже слишком. От Воркуты до Штутгарта покусанный колобок. Волки отстали, а лисы пока не съели. Годы летели с раскладкой по голосам. Черною ночью орали вороны, съели. Белую ночью под гитару орал я сам. Что-то сверлит меня с юности или с детства. Это не я, это что-то больше меня. Что-то врывается, мне никуда не деться. Что-то о чем-то просит день ото дня. Я ему имени дать не могу, хоть тресни. Рот открываю, но что-то твердит «не смей». Это порой прорывается в чьих-то песнях. Как же мне хочется вам эти песни спеть. Это порой вдыхается со стихами и не стихает, льнут аккорды к словам. Что-то ласкает, что-то не отпускает, что-то клокочет, хочет прорваться к вам. Просто ведь, если вдуматься, все так просто. Как разнести мне по миру простую весть? Видимо, просто мне не хватает роста. Видимо, просто надо повыше влезть. Выйду под утро, воздух дрожит упруго. Плачет печуга, начал востока лечь. Люди, давайте просто любить друг друга. Ну не любить, так может хотя бы жалеть. Мы в этом мире встречаемся ненадолго. Лошади, кошки, люди и соловьи. Все это в долг,
без шансов отдачи долга. Разве что песни мы можем петь свои. Крутится шарик, всех нас поразносило. Кто-то в мире ином, я в иной стране. Всех разнесла центробежная эта сила. Граждане, это просто невыносимо. Граждане, я начну. Вы подпойте мне, вы подпойте мне, вы подпойте мне. Ну вот, Виктор Вайкум. Это имя вряд ли вам знакомо. Это город Сыктывкар, это мой друг. Он вообще по профессии кондитер. То есть с ним было хорошо пить. У него всегда была свежая выпечка. И он писал песни. Он был актером театра, студенческий камерный театр Сыктывкарского университета, где он играл во всех спектаклях, пока его не убили. Он погиб трагически. Остались его песни. На свои стихи он писал, на стихи Гены Шпаликова. Вот эта песенка, незадолго им написанная, на стихи Леонида Филатова. О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны, а я живу. Мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. Промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, уже мне много лет. Позволь перекурить, хотят свон тем пьянчушкой. Не мне, так хоть ему немного посочувствуй. Ведь у него поди, и курева-то нет. Ведь у него поди, и курева-то нет. О, не лети так жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. Зато я буду знать, что был такой спектакль. О, не лети так жизнь, я отряд ветров рябой. Позволь мне этот мир как следует запомнить, а если повезет, то даже и заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой, хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. О, не лети так жизнь на миг, но задержись, и лучше ты меня калечь, пытай и мучай, пусть будет все. Тюрьма, болезнь, несчастный случай, я все перенесу. Но не лети так жизнь, я все перенесу. Но не лети так жизнь. Вот какие-то, да, очень грустные, печальные моменты. Недавно ушел из жизни Борис Валерштайн. Он не писал песен, насколько я знаю, но у него есть целый букет песен, ему посвященных, Владимиром Ландсбергом. То есть вот благодаря Борису мы счастливые слушатели и певцы очень хороших песен. Вот одна из них. Я не знаю, что делать. Помоги, старина, посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены и ни нового света.
Мне в осеннюю полночь да звенящую тонкую нить. Мне бы главное вспомнить, и чтоб все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить, и чтоб все остальное забыть. Паутину и плесень, город грязен и крашеной скуки, тесный круг старых песен и далекие нежные руки, темной улочки тайны до дождливых ночей забытье, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Все, что было, исчезло, всех, кто дорог, колеса умчали, и старик, если честно, что-то плохо мне спится ночами. И на небо рябое в ожидании гляжу я с утра. И работа, работа, и отложенных строчек гора. И работа, работа, и отложенных строчек гора. Я не знаю, что делать. Помоги, старина, посоветуй. Ну вот из общения с вами возникают для меня какие-то новые имена. Первый раз услышал песни Гены Васильева от Ани Ландсберг, а потом здесь появилась Оля Васильева, Михаил Гантман, и я стал слушать, и мне очень понравилось. Это Геннадий Михайлович Васильев, это Красноярск. Тоже очень много разного у него интересного. Ну вот послушайте Мишу Гантмана, вы тоже его полюбите. А вот эта вещь, вот это я сам нашел. Ну, как текст только. И Михаил прислал мне, Гантман прислал мне, значит, фонограмму, но она почему-то обрывалась на 12-м такте. Или на 9-м, там, что-то такое. В общем, остальные энтактов пришлось дочинивать самому, потому что некогда было связаться с ним. Интернет все-таки это не та вещь, на которую можно полагаться. Эта песня 89-го года еще, старая, «Не гаси свечу, Марина». По-моему, вот после этой песни она стала его женой. Песня такая, очень неудачная. Не гаси свечу, Марина, подожди чуть-чуть. С этой свечкой стеариной мой светлее путь. То ли я шепчу молитву, то ли я кричу. Не гаси свечу, Марина, подожди чуть-чуть. Капает с подземных сводов не вода, печаль. Заблудился в переходах, где твоя свеча? Подожди чуть-чуть, Марина, к этому лучу. Приковав, приговорила, не гаси свечу. Слетятся мотыльки на свет, от себя оборонятся, сил уж больше нет. И на пламя заворожен мотыльком лечу. Не пощади меня, и все же не гаси свечу.
погаси свечу, свечу. Вообще-то не нужно искать в этом подборе песен какого-то смысла или какой-то подтекста внутреннего, ничего нету. Вот эту знаю песню, эту пою. Георгий Леонгардович или Леонардович Васильев. Вот очень полезная, я считаю, песня. Тоже про любовь, но с таким философским подкладом, даже с попыткой систематизации любви, с попыткой понять, так сказать, что нами именно с мужской точки зрения движет. Женская точка зрения остается пока не раскрытой. Есть над чем работать. Ах, не велит народный опыт влюбляться в длинных и худых. Их не обнять и не похлопать, повелся с ними, жди беды. Но этой истине старинной наш брат сыны не предает. Едва завидит стан осиный и вперед, вперед, вперед. Ах, эта талия легко войдет в огольное ушко, и словно трепетный огонь змеится узкая ладонь. О, эта дьявольская стать способна сердце растерзать, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Молва народная, толстушек песочит так, что, боже мой, они в объятиях мулу душат и пустят по миру с умой. Но этой истине старинной наш брат сыны не предает. Едва узрит покрепче спину и вперед, вперед, вперед. Ах, эти круглые бока, точно шампанского бокал, румяных щек лесной пожар, простой души туземный жар. О, эта дьявольская плоть способна сердце расколоть, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Бежать ученых вертихвосток народной мудрости завет. Порой от них дуреешь просто, часок послушал и привет. Но этой истине старинной наш брат сыны не предает. Едва заслышит голос дивный и вперед, вперед, вперед. Ох, этот звонкий нервный смех, залог немыслимых утех, и как живительный ручей поток бессмысленных речей. В эта дьявольская прыть способна сердце раздробить, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Клей похвальбой и елеем, силы средств не жалеем, но расходятся швы. Ах, увы, ах, увы, ах, увы. От неразумного хазара до образованных волхвов все соглашаются, что старость недурно встретить без грехов. Но этой истине старинной наш брат сыны не предает. Смахнет с макушки паутину и вперед, вперед, вперед. Ну вот вы знаете, на букву «В» столько замечательных людей, интересных. Вы даже представить не можете, там, Вильбоа из Харькова, кстати, вот, харьковская мафия и так далее. Но вот я подумал, что почему обязательно композиторы, авторы песен? Вот есть, например, такой человек, Дина Верни, если я правильно ставлю ударение. Эта тетка, она исполнительница, она никогда ничего не сочиняла, но она однажды взяла и записала диск блатных песен, лагерных, уголовных. И вот после этого как-то стало невозможно снисходительно относиться. Да, до этого еще Куджава сказал, я отношусь к жанру блатной песни с уважением. Если это не подделки, конечно, потуги жалкие. Я когда слушал Куджаву, в записи, естественно, я думаю, господи, а как отличить подделку от подлинника? Была отшалась, что-то вы заврались. Вот. Ну, вот Дина Верни, она, да, она родом из Кишинева, это Бессарабия тогда была,
когда-то родилась, там, когда вот Бессарабия принадлежала Румынии. Поэтому они, наверное, и уехали в Париж. Она родилась в простой, не, музыкальной семье. Ой, как это не банально звучит, в музыкальной еврейской семье она родилась. Простите уж, ну так скрыть невозможно, да. Вот этот альбом, да, она в 59-м году, она потом приехала в... она приехала в этот Париж, и там был один чувак, Аристид Майоль. 73 года, по-моему, было. Потрясающий скульптор. Она стала его натурщицей. Потом она стала его любимым образом. Потом она стала просто его другом. Вот. А потом он просто взял и завещал ей все свое состояние. Она стала галеристкой. У нее выставлялись вот все эти художники, неформалы. В 70-м году, в 59-м, она съездила в Россию и вот заболела этим. И вот я сейчас покажу вот одну из вещей. Я думал, что это Лешковского песня. Нет. Песня неизвестного автора, а вот божественное исполнение Дины Верни. Урожденная Дина Яковлева Айбиндер. А ты хохочешь, ты все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь за 7000. Отсюда верст хороводишься, с кем захочешь, за так много отсюда верст. А у меня здесь, а что у меня здесь? А у меня здесь снег до вьюга, и мороз берет в тиски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от лютой ревности и от тоски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от лютой ревности и от тоски. Весь простуженный, промороженный, я под ватником пронесу. Тело южное, тело нежное, фото южное, полуголую твою красу. Тело нежное, фото южное, полуголую твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь. Кто-то с ней совсем раздетая в такой мороз. Хороводишься, а с кем захочешь, за так много отсюда вёрст. Хороводишься, с кем захочешь, за так много отсюда. И, конечно же, Александр Николаевич Вертинский. Вот с этой песней вышел казус. Мы ее пели. Она считалась дворовой песней у нас. Но вот Александр Михайлович Майсюк, Саша, он, да, вот жил здесь, в Мюнхене, потом вернулся в Россию. Сейчас он уже на отдыхе. И Саша мне сказал: Виктор, это песня Вертинского. Я говорю: Саша, не может быть. Вертинский, Есенин, что может быть общего вообще? Он говорит: это Вертинского песня. И действительно, есть в интернете упоминание, что Вертинский пел эти стихи. Но я еще не успел совместить вот эту мелодию, еще не нашел, как сам Вертинский поет. Ну, народ-то он знает, как надо правильно петь. То есть Александр Николаевич дал толчок, а дальше пошла песня. Я просто хочу сказать, что Александр Вертинский – это целый мир такой необычный. Вот такое совершенно необычное, как мне кажется, песня. В том краю, где желтая крапива и сухой плетень, приютились сквер двам сиротливо избы деревень. Приютились сквер двам сиротливо избы деревень. Там в полях за синей гущей лога, в зелени озер пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуде,
и ни почем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры с впадинами щек. Много зла от радости в убийцах, их сердца просты, но кривятся в потерненных лицах голубые рты. Я одну мечту, скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по ветреному свею, по тому песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску. И когда с улыбкой мимохода распрямлю я грудь, языком залижет непогода прожитый мой путь, языком залижет непогода прожитый мой путь. Ну вот Висбор, это да, это. Это, вы знаете, вы не хотите петь Висбора, вы ставите там какую-то программу, продумаете, и он откуда-то выходит, вылезает, он проникает во все щели, и смотришь, уже 8 песен Висбора, 12. То есть Висбор всемогущий, всепроникающий и непобедим. Поэтому без Юрия Осича никак. Эта песня, наверное, не самая известная, может быть, не самая звездная его песня, но мне она чем-то дорога. И оказалось, что ее все знают и поют ее там, начиная от Тимура Ведерникова. Да, и кончая вообще всем Советским Союзом, бывшим в частности. Ну, единственное, что здесь вот опять почему-то Есенин у меня пролез. Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю. А люди заняты исканием дорог, а люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова, ну а я лежу и думаю о вас. А народ с этой мысли пользы права никакой. Ну вот, промчался скорый поезд над рекой, о реке бы мне подумать в самый раз. Ну, а я лежу и думаю о вас. И с этой мысли пользы права никакой, а народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть, чья-то нежная клонится голова. Ну, а я лежу и думаю о вас. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых. Я-то думаю, что думаете вы. Как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, что любовь ненастья быстренько сотрут, что единственное счастье – это труд.
Я, ей-богу, понимал вас в этот час. Извините, но я-то думал все о вас. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быть, и с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Ох, не надо, ох, не к месту это все. И не такой уж вовсе, право, я осел. Вот возьму-ка я и вспомню про Кавказ. Извините, я-то думаю о вас. Ну, представьте, я-то думаю о вас. Ну, а я лежу и думаю о вас. Извините, я-то думаю, я-то думаю о вас. Спасибо. Вот тоже хорошая. Валентин Иванович Вихарев. Сказку придумай. Мне расскажи, буду доверчив, поверю всему. В синей короне где-то в ржи, солнцем в обнимку лето лежит. Были ли сказка, хмель в голове, а закрою глаза, чудится мне. Июль разметался в сонной траве, губами касаясь смуглых колен. Песня ли в поле, а может быть стон солнечных пальцев, волос и лен. К телу под ветром платьице льнет. Был или не был, кто разберет. Осень седая идет напролом, как бы играя задела крылом. Срезанный ком у нас лежит у межи. Сказку придумай мне, скажи. Так, вот тоже интересно. А это «Череповец». Это тоже «Терра инкогнита». Когда-то там был замечательный ансамбль «Тутти Фрутти». Но это было еще в конце 80-х, по-моему, 90-е годы. Когда это еще имя не было затерто, сейчас оно уже определенные такие какие-то, да, ассоциации у вас возникают. А тогда это было очень ново, тем более это было в Советском Союзе еще. Замечательный ансамбль, и каждый в этом коллективе был какой-то очень яркой личностью. Это был очень теплый, замечательный коллектив. Ну, все приходит к концу, и вот он рассыпался. А его один из солистов, Саша Волков, Александр Сергеевич Волков, он пописывал песенки. В принципе, это должен петь целый ансамбль. Знаете, со скрипочкой там, в таком кантри-стиле. Это все было очень клево. Но я сейчас попробую это передать. Я сейчас пою с детьми эту песню. Значит, Саша Волков написал песню на стихи Шелла Силверстейна. Это какой-то такой очень классный английский поэт, детский, замечательный совершенно. Если у вас есть дети, купите эту книгу и читайте ее детям, потому что он очень вкусный. А перевод... перевод Григорий Михайлович Кружков, тоже очень классный чувак, переводчик замечательный. Это он даже не перевел, а пересказал. Он как бы перенесся в такие наши российские реалии. Эту песню сейчас начинает скрипочка. Так, что у меня с ногой? А, вот она. Это, наверное, банджо должно говорить. Если б я был бы маленький-маленький гном, я бы умывался капредной дождя. Я бы на божьей коровке ездил верхом, удочку прятал в дырочку от гвоздя. Я под дверями запросто проходил, мне бы комар казался большим орлом. Блюдце широким озером, если б я был, о, если б я был бы маленький-маленький гном. Ху!
Я бы ни маму, ни папу обнять не мог, разве мизинчик, и то не наверняка. Я бы в испуге шарахался из-под ног даже полуторамесячного щенка. Ой, если бы мне подарила конфету полет моя тетя, которая очень любит меня, я бы конфету эту ел целый год, фантик один раз ворочил бы полдня. Хоу! Дальше. Чтобы написать короткое слово «привет», я бы с неделю ворочил вечным пером. Эти стихи я писал 14 лет, ведь я и есть маленький-маленький гном. Все мы когда-то, я имею в виду нашу коми-республику, собирались на слеты, на свои. Ой, как там было холодно. Вот, но это не важно. Значит, и мы все пели, это была перестройка, это было опьянение. И мы пели, конечно, Михаила Володина. Мой голос слаб, мне не перекричать ревущего хвалу лукавой бездне. Но стоит мне полголоса начать, и сотни голосов подхватят песню. Ну вот и сейчас как-то уже вот она по-другому звучит. И вот я нашел что-то более позднее Михаила, и вдруг меня это очень так вот больно ранило. Мне вдруг показалось, что это вот это я написал, это мое, это обо мне. Вот сейчас у нас Вероника Дорина была в гостях. Мы спрашиваем у нее, как там Михаил Володин, она говорит, не пишет, ничего не пишет. Поэтому я даже музыки не нашел, я просто как стихи прочитаю. Девочки и мальчики. Девочки, перебродив, поняли, что песнями, как ты громко их не пой, мира не спасти. Затуманили глаза, заиграли перстнями, стала девочкам со мной вдруг не по пути. Мальчики, умерив пыл и порывы дерзкие, шире сделались в плечах и трезвее в речах. Я растерянно смотрю, в лица их не детские, все поешь, брат, говорят, песни натощак. А я и вправду все пою, тень того шарманщика, что проходит по дворам с птицей на плече. И бегут за мной, как старь, девочки и мальчики, а я опять им про любовь и все такое в таком ключе. Год пройдет, и два пройдет, жизнь пройдет под музыку, ля минорный перебор, ржавая игла. Люди с ведрами стоят, ожидают мусорку, а я пою, пою, пою. Вот и все дела. Как-то по времени. Много, да. Воробьев Илья. Это поэт или автор текстов. Вот один из его текстов стал песней благодаря Володе Ландсбергу. Я знаю еще одну песню на стихи Воробьева Ильи, тоже классная. Но вот эту я спою. Почему? Потому что, когда я ее услышал, ну, это, вот, наверное, 75-й был, Ландсберг приезжал с концертом в Питер, я учился тогда, и вот он ее спел. Для меня это было, знаете, вот эта галичевская песня, вот «Если все шагают в ногу». Вот как-то она такая очень сильно на меня тогда подействовала. Сейчас я попробую ее спеть. Жалит, бьет шамберьер по крупу, по коленям бьется вспененный конь по кругу, круг, арена. Убежать бы, хоть сердце рвись, врысь в карьер, но везде догоняет свист. Шамберьер круг за кругом все тот же заласкал боли. Завязать бы ему глаза,
мотори, мчать и мчать, не жалея ног, в рысь, в карьер. Поверел лошадиный бог Шамбельер, но однажды, стянув попону петлю ремня, на свободу Василий конюх пустил коня. Был пахуч серебристый вечер, аж вдох в горле, и манила, стелясь навстречу синь поле, где резвясь ласкались к подругам кони. Сделал шаг, побежал по кругу, научили, понял. Ну и продолжая вот тему вот этих дворовых хулиганских песен, благодатней материал, чем Владимир Высоцкий, не найдешь. В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел. Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грозил, он мне грубил. Я это помню, я не был пьяный. Когда же я уходить решил, она сказала: не спеши, ведь еще рано, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляду, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь, со мною нож. Решил я, что ж, меня так даром не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. Зачем же даром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул: берегись, Валюха крикнул, берегись. Но было поздно, за восемь бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Я держался, я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Ее прощаю, ей все прощаю. Ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, как и водится, простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю. Спасибо. Ну и вот, ну скажут, слишком много вот таких вот песен каких-то хулиганских. Но вот без этой, допустим, песни не было бы другой, более поздней. То есть это определенная такая, мне кажется, школа высокого класса была у Владимира Семеновича, вот эти ранние его хулиганские песни. Вот та же ситуация, их восемь, а нас двое. Но это уже 68-й год, песня «Летчика-истребителя». Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел Юнкерс, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою, в бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность лишь строп. Нет, поздно, и мне вышел Юнкерс навстречу, прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя летят наши души, как два самолета, ведь им без друг без друга нельзя.
Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом в последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангелас. А если у них истребителей много, пусть примут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Спасибо. Ну и... Да, вот есть еще Анастасия Вяльцева. Ну, это еще я все не смогу, наверное, да. И очень много хороших имен, хороших песен, хороших, друзья, осталось за кадром. Но есть фестивальные рамки, поэтому я, значит, делаю усекновение и заканчиваю. Заканчиваю я вот тоже без всякой системы, без всяких этих подъездов. Рано, да? Ну уж, извините, не рассчитал. Значит, это Семен Кац. Вот вдруг, вот его песня, мне показалось, что это вот моя песня-то. Это про меня, это я. Это, ну, может, не я написал, но песня-то. «Посвящение бардам», кстати, называется она. Песни петь и слушать не устану, потому что так уж мне везет. В детстве было у меня семь нянек, семь пивуней, семь веселых нот. В детстве было у меня семь нянек, семь пивуней, семь веселых нот. Семь моих подруг черноголовых все учили жить, да не тужить. С легкой их руки я петь стал раньше много, чем просто говорить. С легкой их руки я петь стал много раньше, чем просто говорить. А еще такому научили нотки, постараюсь сделать так и впредь. Даже если трудно, не фальшивить, из чужого голоса не петь. Песня мне друзей дарила верных, и врагов я всех запомнил. Только счастлив тем, что было первых несравнимо больше, чем вторых. Я хочу, по сути, очень мало, каждый день и много лет подряд, чтоб со мной была моя гитара, пусть мне это близкие простят. Чтоб с друзьями знался не заочно, и чтоб вместе грелись у огня. Чтобы песня хоть единой строчкой хоть на миг пережила меня. Чтобы песня хоть единой строчкой хоть на миг пережила меня. Граждане, послушайте меня. Большое спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. А сейчас прошу всех покинуть зал. Будет саундчек для следующего выступающего. Виктор Гагин, спасибо, Виктор. Ждем за следующими буквами.